Начало сезона и у Вердера, и у Шальке выходит пока что достаточно скомканным. Вольфганг Штарк, арбитр сегодняшнего матча, дает свисток к началу встречи. Кальдирола и Лукимья, центральные защитники. Элия и Бартельс по краям в полузащите. Юнузович и Галвес, центральные полузащитники. 1-0. Макс Майер открывает счет. И Селкес Десанта нападающий. Но это не важно. Важно, что у Шальке. У Шальке прошла быстрая атака и в начале второго тайма. Ну что, в конце первого я сказал, что голы в этом матче обязательно будут. У меня нет в этом сомнений. И вот, пожалуйста, Хунтелар делает передачу на Майера, который ставит корпус специально для Галвеса. И остается еще и для Кальдирола и Лукимьи недосягаемым. Бьет поворотом и 1-0. Примерно так же при помощи Хунтелара Шальке забил в начале второго тайма матча против Ганновера. Но, правда, для Шальке все это закончилось плачевно. И Шальке уступил 1-2. Теперь до 1-8 финала добрался. Правда, там проиграл Реалу очень крупно. Подача между тем. Удар поворотом и 2-0. Ничего себе начало второго тайма. Роман Нойштедер забивает второй мяч. Это 51-я минута. Классная подача. И посмотрите, как прибежал в штрафную площадь центральный защитник Нойштедер. Никаких шансов у Рафаэля Вольфа здесь не было, но целых двух игроков, обратите внимание, перепрыгивает Нойштедер. Один из них Кальдирола, который во второй раз кряду проигрывает единоборство своему сопернику. Шальке в полном порядке в начале второго тайма. Браво! Сезоном мы поймем, адаптировалась ли в полной мере Шупо-Мотинг в своей новой команде или нет. Когда у тебя в партнерах Хунтелар, наверное, адаптация должна проходить менее болезненно, чем обычно. А это красивая комбинация и удар поворотом Транкильо, Барнетта и 3-0. Кстати говоря, ровно такой же гол Шальке забил в ворота Сток-Сити. Разочарован. Прошлый сезон Вердер начал за здравие, дважды победил 1-0. В обороне, казалось, был порядок, но потом все стало на свои места. И вратарь Рафаэль Вольф в середине сезона дебютировал 14 пропущенными мячами. В этом сезоне все сразу началось так, как в дебютных матчах Вольфа. Сразу куча пропущенных голов. И вот Шальке забивает третий в домашнем для Вердера матче.